Алла Пугачёва прокомментировала возвращение в Россию. Алла Пугачёва вернулась в Россию и сделала сразу несколько заявлений. Свежие кадры с певицей опубликовал в соцсети дружащий с ней дизайнер Игорь Гуляев. Представитель индустрии моды встретил Пугачёву, открывшую дверь автомобиля ногой. Алла Борисовна с ходу заявила, что вернулась в страну уже давно, но пока не выходила в свет. Также Примадонна отметила, что займется наведением порядка в головах. В еще одном ролике вернувшаяся в Россию артистка ответила на комплимент о том, что хорошо выглядит. Пугачёва призналась, что отдыхала и лечилась, поэтому причин выглядеть плохо у нее нет, с чего вдруг. В то же время знаменитости жалко, что ее отпуск закончился. Дополнительная информация о возвращении Пугачёвой в Россию была предоставлена РБК концертным директором артистки Еленой Чупраковой. Она подтвердила, что Примадонна прилетела в страну давно, однако призвала пока не ждать от нее новых концертов. Об отъезде Пугачёвой, ее супруга Максима Галкина и их детей из РФ стало известно в начале марта. Несколько месяцев семья провела в Израиле, после чего отправилась в Латвию. Алла Борисовна еще в начале лета уверяла, что вернется в Россию к осени, так как ее детям нужно будет пойти в школу. Галкин о подобных планах пока не высказывался.